Итак, наша встреча с интересными людьми в плане. Вот перед нами девушка Татьяна. Татьяна, вот можете сказать, кто вы по профессии и как вы вообще сюда попали? По профессии вообще я учитель иностранных языков, английский, немецкий, зарубежная литература. Но попала, как попала? Вообще для себя искала работу, где будет свободный как бы график, да, потому что у меня маленький ребенок был, и вот мне нужно было, чтобы было время на кружки, на свое какое-то личное время, поэтому вот я искала то, что даст мне вот эту свободу. И как раз вот проект MLM, в частности вот Fitline, который я уже пришла два года тому назад, да, и вот как раз этот проект мне дал всю эту свободу, потому что ты сам корректируешь свое время, ты встречаешься с людьми, с которыми ты хочешь, где хочешь, в какое время тебе удобно, и, соответственно, у тебя есть, ты располагаешь времени, чтобы уделять и семье, и себе, и это очень круто. Классно, и ты здесь с дочкой, да? Да, я здесь с дочкой. Я рада, что наши дети тоже подружились. И это классно же семьями путешествовать вот такими большими командами. Конечно, это очень здорово, потому что, кто-то скажет, я могу там купить, поехать и в Хорватию, куда угодно. Но, ребята, это очень совершенно другое чувство, когда ты едешь в поездку за счет компании. Вот компания дарит, и ты это понимаешь, и это чувство совершенно другое. Это не то, когда ты сам себе покупаешь поездку. И эту возможность ты показываешь своим детям. И классно. Окей, спасибо большое. Давай, пока-пока. Пока.